точки отдыхать нельзя. В верхней точке отдыхать можно 5 секунд. Тренер спортклуба «Гребнев» Алексей Поляков дает инструкции участникам открытых соревнований по гиревому спорту. По его мнению, поднятие гири – лучшее средство, которое помогает после затяжных каникул войти в рабочий ритм. С ним солидарны более 30 спортсменов разного уровня подготовки, собравшиеся на турнир. Наравне с 14-летними подростками выступали продвинутые в силовых дисциплинах ветераны. Среди них есть настоящие звезды спорта. Сегодня у нас ветераны, довольно-таки интересный состав. Чемпион области по пауэрлифтингу. Вчера, кстати, стал первым. И бывший президент Федерации бодибилдинга Москвы и Московской области. На помосте мастер спорта по тяжелой атлетике Владимир Копосов. Недавно ему исполнилось 70. Это один из необходимых видов спорта, где можно заниматься в самых простейших условиях, но в то же время это создает хорошую предпосылку для развития практически всех групп мышц. На выполнение упражнения каждому участнику давалось 5 минут. Рывок гири одной и другой рукой без перерыва на отдых и только одна смена руки. Таковы условия клубного турнира. Нынешний результат Владимира Копосова – бронза. Всего разыгрывалось 9 комплектов наград. Вес снарядов в зависимости от возраста участников – 12, 16 и 24 килограмма. Победа присуждалась по числу подъемов. А это выступление победителя среди ветеранов. Михаил Сысоев, 62 года, не раз выигрывал престижные областные соревнования, так что клубный успех для него неудивителен. 112. Время. 112 раз. Ветераны подают пример молодым атлетам. Сегодня в числе победителей Максим Сичкарь, Размик Арутюнян, Камулиддин Шамсуддинов и Александр Судаков. Они убеждены, что гиревой спорт снова в фаворе. Среди самых молодых участников в тройку призеров вошел Николай Ларин. Парень вообще увлекся спортом. Он рассказал, что к успеху на турнире его привели занятия единоборствами и фитнесом. Мне очень интересно заниматься спортом вообще, так как я чувствую себя увереннее. Уверенным и сильным Николая и других участников турнира по гиревому спорту делают тренировки в спортклубе «Гребнево». Заниматься приглашают всех желающих. Все желающие приходить и тренироваться в наши спортклубы, находятся они в Богослово и в Гребнево. Занятия проходят на бесплатной основе. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.